Коллеги, сегодня мы собрались для того, чтобы отметить 50-летие трудовой деятельности папы. Мне выпала честь поздравить папу от лица сотрудников Таганрогского филиала и вручить ему наш скромный подарок. Что за шутки, хмырь? Ну, я же не знал, что это для папы. Козел. Что ты? Как ты меня назвал? Козлом? Да и... Наших бьют. Надо уже рвать когти, можно зашухариться. Да. Засиделся. Нет, вы посидите. Это у меня старика режим, а ваше дело молодое. Веселитесь.